Меня зовут Антон, мне 22 года, сам я из Опочки, но уже лет 6 живу в Пскове. Учусь в Псков-ГУ на втором, третьем курсе, на специальности электропривода. Увлекаюсь 3D-моделированием, в принципе, вот и все. Проект я ожидаю, что он поможет мне в реализации моих планов. Меня зовут Дима, мне 18 лет, я с Великих Луг, вот. Учусь я здесь недалеко, в музыкальном колледже. Хочу стать музыкантом. Не знаю, получится или не получится в оркестр хочу попасть. Может быть, создать свою какую-нибудь группу, музыкантом какой-нибудь квартет. Увлекаюсь, да, музыкой. Мне нравится очень музыка. Играю не только, например, на первый курс я поступил на гобой, а до этого играл на саксофоне, 3 года в музыкальной школе учился, на гитаре учился. Ну и так, наверное, буду еще развиваться. Меня зовут Мария, мне 19, я из Великих Луг, учусь в Псков-ГУ на медицинском факультете и хочу стать врачом. Пока каким, не знаю. Возможно, анестезиологом или фтизиатром. Увлекаюсь рисованием, фотографирую. Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 20 лет, я из Слобнянского района. Я учусь в Псков-ГУ на направлении социальная работа. Я люблю читать, хожу на танго, по настроению рисую. Меня зовут Катя, мне 19 лет, я из Сланцевского района, город Сланцы, Ленинградская область, да. Я учусь в Псков-ГУ, второй курс по направлению психология служебной деятельности. Кем я хочу стать? Я еще думаю. Наверное, по этой профессии дальше пойти. Чем я увлекаюсь? Я увлекаюсь музыкой, мне нравится и слушать, и петь там, в принципе. Очень люблю прогулки по интересным местам. В принципе, люблю гулять. А от проекта я ожидаю, что он поможет в реализации мечты, которая сейчас стоит на данный момент, и поучаствовать, открыть что-то новое для себя. Меня зовут Даяна, мне 18 лет, я со Пскова, учусь в Псков-ГУ на первом курсе социального психолога, хочу стать психологом, увлекаюсь волейболом, давно в оркестре играю и видео люблю делать. Меня зовут Ильяна, мне через 5 дней исполнится 22 года. Я вообще сама из Новосокольник, закончила педагогический колледж в Опочке и вот сейчас учусь на 3-м курсе в Псков-ГУ на воспитателя и социального педагога. Таким конкретным прям я ничем не занимаюсь, то есть если что-то захочу, сделаю, не захочу, не сделаю. И от проекта я ожидаю, наверное, новые знакомства, новые впечатления, также попробовать волонтерство, участие в различных акциях и помочь тому, кому это действительно нужно. Меня зовут Алина, мне 18 лет, я из Пскова, учусь на филфаке на 2-м курсе, увлекаюсь фотографией, СММом и занимаюсь активно волонтерской деятельностью, организовываю мероприятия с волонтерским сопровождением. Меня зовут Аня, мне 20 лет. На данный момент я нахожусь в Пскове, живу. Я учусь в Псков-ГУ на историческом факультете. Хочу, возможно, стать педагогом, но пока что еще точно не знаю. Увлекаюсь я чтением книг, играю на пианино, хожу на фитнес, ноготочки тоже делаю.
Меня зовут Лиза, на данный момент мне 17 лет, через неделю мне 18 будет. Я сама из города Печоры. Я учусь в ПСКОВГУ на экономическую безопасность. Увлекаюсь я, наверное, больше волейболом из спортивных секций. Возобновила свои уроки на гитаре. Надеюсь, что благодаря этому проекту я открою себя в каких-то других сферах, узнаю какие-то свои новые возможности. Меня зовут Ярослав, мне 18 лет, я из Порхова. Учусь я на историческом факультете по направлению зарубежные регионы ведения. Увлекаюсь я литературой, в основном научной, музыкой. Меня зовут Люба, мне 18 лет, я из города Новосокольники. Я учусь на врача кибернетика и им же планирую стать. Я увлекаюсь танцами. Я состою в группе, мы занимаемся кей-поп каверами. И также люблю читать книги, смотреть сериалы. От проекта ожидаю хорошие впечатления, новых друзей и помощь в самореализации и развитии. Меня зовут Ярослав, мне 18 лет, я из Порхова. Учусь я на историческом факультете по направлению зарубежные регионы ведения. Увлекаюсь я литературой, в основном научной, музыкой. Фильмы иногда посматриваю, в игры поигрываю. Участвую в студенческом КВН. От проекта ожидаю, конечно же, бесспорно, новых знакомств, прекраснейшего времяпрепровождения и новых открытий. Меня зовут Настя, мне 19 лет, я из города Опочка. Учусь на специальное дефектологическое образование, профиль логопедия. Хочу стать логопедом, шла целенаправленно сюда. Подавала только на логопеда и только ПСКОВГУ. На данный момент увлекаюсь ничем, но до этого увлекалась танцами и театральным. Есть желание попробовать себя в Пскове. Занималась в Опочке очень долгое время по этим направлениям. Что ожидает проект? Наверное, материальную поддержку на осуществление своей мечты. Я хочу закончить определенные курсы, какие именно еще не определилась, такое желание есть. Всем привет, меня зовут Галина, мне 19 лет, я из Куньи, Кунинский район, Псковская область, кто не понял. Я учусь в ПСКОВГУ на втором курсе на социального работника. Кем хочу стать, я еще точно не знаю, но хочу помогать детям, таким же, как и я, сиротам. Чем увлекаюсь, я люблю тоже танцевать, иногда рисовать, водить машину, по мелочи, гулять в основном. Привет, меня зовут Вика, мне 19 лет, я из города Новоржева, Псковской области. Я учусь, как и Настя, на специальном дефектологическом образовании, получаю направление логопед-дефектолог. Изначально я хотела поступить в медицинский, но у меня не получилось, и пошла на логопеда, и ни капельки не жалею, потому что мне очень нравится работать с детьми. Мне очень хочется, я люблю детей. На данный момент я тоже ничем не увлекаюсь, до этого я пробовала себя в разных направлениях, я и танцевала, и занималась театром, и пробовала себя в КВН, и только чем я не занималась. Волонтерством я тоже занималась, и не против, была бы даже в это вернуться. От проекта ожидаю новые знакомства, получение какого-то опыта нового, и хочется, чтобы не только мне помогали, но и я чем-то кому-то помогала. Меня зовут Виолетта, мне 20 лет, я из Великих Луг, учусь на бухгалтерском учете, хочу стать когда-нибудь главным бухгалтером. Очень люблю готовить, являюсь активным участником общежития, являюсь заместителем председателя студсовета, старосты и очень много где ответственная. И мне это очень нравится. От проекта ожидаю попробовать себя, потому что я первый раз услышала, я не знала, чего я хочу. Я поняла, что я готова вложить сюда свои силы и попробовать себя в этом.